Навіну про магчымыя змяненні на конт выкарыстання зімовых шын Олег, водитель со стажем, успрыняў станоўча. Таксуе не першы год. Когда я еду, допустим, переобутый на зимней резине, а сзади меня едет человек, который на лысой резине едет, это чревато последствиями. Водители лишат, что новый закон, который примусит перебывать машины, станет своего рода стимулом для инших. Тех, кто звычайно откладывает эту процедуру на опосля. Если восстановит именно месяц, число, то он обязан будет одеть. И за это будет наказан. Я жил в Норвегии полтора года. Там обязательно. Если ты только не поставил зимнюю резину, значит, штраф бешеный, там штраф вообще. А фурам всем обязательно цепи. Цепи на зиму скоростные ставят и ездят люди. А страховщица Олеся увогуле могла бы расповести шмат историй на эту тему. Сегодня вот утром везла соседскую девочку в школу, и пешехода чуть не сбили на светофоре. Потому что он тормозит, а машина-то не тормозит. На шиномонтаже высветлилась. Праса тут не спыняется с листопада. Не поверите, заважают специалисты, только теперь у студии некоторые приехали, как заменить летние шины на зимовые. Ну, у нас люди же такие, когда выпал снег, тогда только начинают думать. Сопрацовников Дзяржавай инспекции сегодня раницей мы специально запросили проинспектировать стоянку ля телебачення. И вот она, машина на летних шинах у студии у час заносов. На передней оси стоит летняя резина, на задней оси вообще стоят колеса с различным рисунком протектора. Кроме того, что он достаточно износен, то, ну, он еще и летний к тому же. Справа, зрозумела, особистая. Закона, який обовязывая перебывать машину у зимовой шины, покуль няма. Однако на корысть дорожному руху гэта не идея. Андрей Ястребов, Миколай Соболев, новини региона.